Главный герой новой спортивной выставки, открывшейся в художественном музее Калининграда, метатель дисков. Удивительна эта бронзовая работа тем, что создана специально к летней Олимпиаде 80-го года, а отсылает нас непосредственно к Древней Греции. Спортсмен сам изображен в таком ракурсе, необычном, очень сложном движении, которое может выполнить не каждый скульптор. Интересно еще то, что скульптура полностью обнажена. То есть, опять же, отсылает нас к Древней Греции, к Олимпийским играм, когда спортсмены, так как известно, были полностью обнажены, и спортсмены были одни мужчины, да? Женщины на эти игры не приглашались. Министерство культуры России в свое время выкупило эту скульптуру у автора Михаила Переяславца для того, чтобы передать в дар художественному музею Калининграда. Хранители архивов отмечают, что это один из первых экспонатов фонда. Вообще же на выставке представлены разные жанры – живопись, графика, фотографии, плакаты и даже ковры. Тема – стремление человека преодолеть себя, поставив единственную цель – победить. А в этой графической работе Стасиса Красаускаса спортсмен пытается преодолеть земное притяжение. Похоже, это ему удается. Автор буквально покадрово раскладывает каждый шаг. И зритель вместе с героем переживает и напряжение мышц, и толчок, и мяч, который, возможно, через считанные секунды попадет в корзину. Хоккей, футбол, конный спорт, фигурное катание – это лишь малая часть новой экспозиции. Особый интерес у фанатов наверняка вызовут архивные фотографии стадиона «Балтика» и его болельщиков. Есть интересная фотография с девочками, балеринами, которые занимаются. Такая на руинах старого Кёнигсберга. Интересно исторически посмотреть и вспомнить, как это было. Выставка будет открыта для посещения в художественном музее до 1 июля. Екатерина Емельянова, Николай Потоцкий, служба новостей.